Здравствуйте, в эфире программа «Афиша» и ведущая Ольга Софийская. Одна из самых известных кофеен города «Параллели» приглашает провести здесь предновогодние корпоративы и банкеты. А также всех гостей ждут новые акции и спецпредложения. Более 11 лет кофейня «Параллели» открыта в центре города на улице Желябова. Многие здесь полюбили вкусные завтраки, бизнес-ланчи, легкие ужины и фирменные десерты. Декабрь в кофейне объявили временем подарков для всех гостей. Наших гостей мы планируем в хорошем смысле удивить. Во-первых, обновление меню в декабре. Более десятка новых блюд. Первые горячие салаты, очень вкусные. Своим постоянным гостям и тем, кто приходит к нам в декабре, предлагаем получить гостевую карту с так называемым кэшбэком 10%. На предновогодние дни еще есть свободные даты для проведения корпоративов. Здесь с удовольствием организуют банкет как на небольшие компании, так и готовы предоставить сразу два этажа. На втором этаже прекрасно себя чувствуют компании из 20-40 человек. Новогодние корпоративы близятся, и мы предлагаем рассмотреть наше местечко уютное. Для корпоративных мероприятий мы предлагаем выходы Дедушки Мороза. И это ведущий, это праздничный стол. Меню праздничного стола обговаривается заранее, и шеф-повар с удовольствием пойдет навстречу гастрономическим предпочтениям гостей. Дорогие тверичи и гости нашего города, я приглашаю вас в ресторанный комплекс «Параллели», чтобы подчеркнуть ваше предновогоднее настроение нашими вкусными блюдами, нашей уютной атмосферой, прекрасной музыкой и ощущением приближающегося праздника. Добро пожаловать! Каждый день в кофейне проходят различные акции. Кофе или бизнес-ланч в подарок, день призов, женский и мужской день, скидки в воскресный семейный день, а каждую пятницу живая музыка. «Параллели» открыты с 10:30 до 11 вечера, в пятницу и субботу до полуночи. У меня для вас хорошая новость. 6 декабря новаторская ярмарка «За шубой» открывает главную меховую ярмарку сезона в Тверском цирке. На новаторской ярмарке всегда богатый выбор шуб и дубленок. А главное в изделиях здесь качественный мех. Сегодня наш эксперт Ольга Левитина. Здравствуйте. Шубную овчину новаторская ярмарка закупает в Австралии, на Северном Кавказе и Ставрополье. Каракуль в Румынии, Узбекистане, Афганистане и Намибии. Норку на международных пушных аукционах, российских зверофермах и выращивает в собственном зверохозяйстве в Тверской области. Кстати, именно от качества меха зависит конечная цена шубы. Давайте разберемся с ценами на примере норковых шуб. Вот такую длинную норковую шубу фабричного производства из цельных шкур норки на новаторжской ярмарке вы купите за 98 тысяч рублей. Если вы выбираете норковую шубу модного фасона, цвета или более сложную с точки зрения дизайна, пошива, конструкции, то цена будет до 180 тысяч рублей. Такие шубы имеют маркировку «Новаторжская норка» и ценник золотого цвета. Только на новаторжской ярмарке вы купите норковые шубы «Зимос». Для производства этих шуб используется отборный мех норки. На смотре конкурсе пушнина клеточного звероводства, шкурки норки новаторжской ярмарки, цветов пастель и сапфир удостоены дипломов третьей степени. Черная норка награждена дипломом первой степени. Именно из такого меха выполнена норковая шуба «Ангелина». Одна из самых дорогих норковых шуб на новаторжской ярмарке. Ее цена 270 тысяч рублей. Выбирайте и покупайте лучшую шубу для себя на новаторжской ярмарке в цирке с 6 по 10 декабря. Салон обуви Тамары Савитач объявляют о предновогодней распродаже. Уже в эти выходные на всю обувь будет действовать скидка 60%. С 8 декабря в торговом парке N1 и торгово-развлекательном центре «Рубин» обувь можно будет приобрести по привлекательной цене. Наших дорогих тверичан немецкий обувной бренд «Тамарис» и итальянский обувной бренд «Витачи» поздравляют с наступающим Новым годом и грядущим Рождеством. Желаем в новом году мира, добра, благополучия вам и вашим семьям. Итальянские дизайнеры марки «Витачи» создают эксклюзивные коллекции. Обувь сезона осень-зима отличается яркими деталями, необычной фурнитурой, смелой игрой фактур и сложных оттенков. При этом найдется и масса моделей для любителей классики, элегантные кожаные или замшевые сапожки, стильные ботильоны, лаконичные туфли. Обувь марки «Тамарис» отличается сочетанием немецкого качества и приемлемых цен. На выбор ботинки на платформе или на каблуке, ботфорты, сапоги различных фактур и оттенков, материал подкладки, шерсть, мех, кожа или текстиль. Обувь «Тамарис»
отличается минимальной нагрузкой на стопу при носке, что обеспечивают такие технологии, как антишок и тач-ит. Наши бренды позаботятся о вашем тепле и комфорте. Приглашаем вас на грандиозную распродажу. Предновогодний сейл. Минус 60% скидка абсолютно на все. Все. Не упустите свой шанс делать выгодные приобретения. Мы ждем вас. Тамарис и Витачи. Скидки в рамках предновогодней распродажи действуют на всю коллекцию женской и мужской обуви Витачи и Тамарис в торговом парке Н1 и торгово-развлекательном центре «Рубин».